Доброго попасть, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами байкерская пара и бывший зомби в законе. Здрасте. Здрасте. И мы как бы вот словились с Артуром. Джек там побывал в шкуре. Плотовянного. Да, здесь теперь, оказывается, зомби можно быть. Cannot fire. Мы решили, я решил парней подбросить Артура на болото, Джек как с ним с это самое словится, и а я, пожалуй, потом опять поеду искать машину. Ну, машину хотя бы на щедрёх. Самое обидное, что я убил два колеса на этот мотоцикл. Хотя, может, два колеса в черное подгоните? Не, в черное как-то не очень. Я тут на стройку хочу забежать, для машины что-нибудь найти. Для чего найти? Для машины что-нибудь. Ой, да ну. Я не вооружен. После предыдущей серии я еще пока что голый. Так оденься. Что случилось? Нет. Причем мотоцикл не первого качества, как вы видите, вот такой. Потасканный жизнью. У него пробег от Москвы до Берлина. Брутальный. Такой. Кавасака такая. Кавасака. В общем, что я могу сказать? Зомби быть прикольно, но нужно, чтобы нашелся добрый человек. Джек там такой гонялся за людьми. Такой типа. Бедные люди. Чувак, съешь меня там. Ой, убей меня, убей. Такой, брэйнс, кричал. Да, они не хотели меня убивать. Один сам скопытился, я его ел вместе с другими зомби. Слушай, Артур, тут проблема, у этого мотоцикла нет тормозов. Черт. Больные психи. Ничего, если что, усядем усе. Ну дай бог, я снижу. Вот так вот. Я вообще двигатель бы выключил, мы к накатам ехали. Ну-ка. Заценил? Нормально. Слышишь, движок не рухнул. Блять! Простите меня, ты сквернословен. Тут сотка, что ли, нужно было крепким словцом. Копыта. Самое крепкое слово. Чувак, что-что, я вообще не спешу сейчас. Это последнее, что я делаю, это тороплюсь. Все правильно делаешь? Там вода. Хочешь напиться? No. Я бы, кстати, остановился и сейчас... А, нет. Остановился? У меня просто... Я бы тоже сейчас остановился. У меня просто крови не так, чтобы много. Я как появился, там один товарищ с пистолетом Макарова хотел меня убить. А у тебя есть кровь? Не, у меня мясо есть. А, ну приятного аппетита. Просто, короче, пришлось его зарубить топором. Я уже, блин, запарился ездить. Так, мясо я тоже похаваю, кстати. И водички выпью тоже. Так, eat food. Нам. Not bad. Давай, проехать. Привал окончен. Сейчас я гир оставлю в машине. Это мотоцикл, и в нем немного слотов. Ну, я оставлю Джерри Кен. Оставь. А он полный? Полный. Тогда заправлюсь я сразу. А, ну сейчас тогда, я думаю, я... Короче, переложу сам там. Давай, разбирайся. Давай. Так. Так, опять банка с непонятной едой. Ой, ты положил? Нет, вот я положил. О, вот теперь вижу. Я все парюсь с местным. После полутора лет игры я все равно парюсь с местным инвентарем. В армии третьей как-то проще. В разы. Знаешь, если ты полтора года не умеешь им пользоваться, то через полтора года ты будешь не уметь им пользоваться. Давай, Артур, поехали. Просто дело в том, что за эти полтора года не так много в нее наиграли. Так, пит-стоп окончен. Без патронов. Так, ну через черно нам все равно ехать придется так. Ну мы сейчас там пулик наловим. Легко. Тут я говорю, в последний раз, когда бежал к вам тут. Там происходило страшное. Происходило страшное, там ездил САВ, ну черный внедорожник, PMC-шный. Который с миниганом, да. И потом он топ. Машина стоит. Без колес. Скорее всего, запертый какой-то говнюк. А есть еще? Слышь, подожди, а есть еще какой-нибудь? Секунду. Нет, ничего нет. А с другой стороны? У меня хоть одно колесо. А там да, вообще нет. Пожалуйста, она закрыта, черная, она закрыта. Кто-нибудь был, Артур? Можно починить. Я могу собрать с нее. Нет, стекла нам не нужны, поэтому хер с ней, поехали. Че, Джек? У пожарки в черно кто-нибудь был? Но это было очень давно, Джек. Я недавно был зомби, поэтому... Я в черно был, когда только еще первый раз запустил после давнишнего перерыва. Понятно. То есть тут безопасно. Ну там на пожарках было... Там три пожарки было, там вообще лута не было. Никакого. Зима не будет, лута нет. Еще один такой кустик, и можешь... И все, мы не едем дальше. Но у меня-то как будто специально по кустикам едешь. А, ну тогда понятно. Так, у нас тут есть куча еды. Нам нужна еда?
Я нашел компас. Ну, хватай пока, если что, потом выкинем или съедим. Я нашел часы. Так, что тут предлагаешь? Чем сюда приехали? Да заправиться, типа. А, фью. Где-то прям рядом со мной сзади зомби. Эмпти. Машинка. Так, биноклерс. Биноклерс. А, у меня уже есть. Почему же ты не хочешь заправляться? Чего же ты боишься, Смит? Не подходите ко мне. Сифон фьюэл from motorcycle. Что это? Сифон? Слить. Слить можно. А чё, отец? А ты знаешь, что я тебе дал канистру, наполненную уже топливом? А я ее уже залил. А, все понятно. Так, тут и спички есть, но они у нас тоже есть, оказывается. Что у нас много всего есть. Какашка есть? Можно наполнить. Чё? Что такое? Сделаем вид, что мне послышалось. Я хочу разослышать это. Погнали. Подожди, кстати, ты видишь, там что стоит? Да-да-да, вижу, да. Мы сейчас поедем. Блин, я забыл настройку поставить. Ну что ж ты будешь делать? Options, game options, быстро. Все. Выстрел был с горочки, или мне показалось? Показалось. Ой-ой-ой, гитал. Серьезно. О, лучше Макаров СД. Так, я уже зомби местных боюсь. Ой, слушай, она... Она не очень хорошо едет. Но она едет. Давай. Он вообще будет убиваться? Вот, типа, не знаю. Да ты посмотри. Ты посмотри просто. Я ведь... Не, я с этим сталк. Артур, ты думаешь, я не понимаю? Я меня же это раздражает. Меня тоже, а что делать? Жизнь такая. Так, колеса. Причем они снимают по 1000 с удара. Нам нужно два колеса. Два. И может быть эта байда поедет. Так, я вот сюда сейчас разбегу по-быстрому. Видишь, тут ангар прям. Да, вижу. На пулемете патронов, к сожалению, нет. Но это уже так, я пошел суицидить. А куда, зачем суицидить, Джек? На пожарку. А, да нет, не смысл. На пожарки. Ничего нет, туалетная уходим. Бумага. Туалетная бумага, туалетная бумага. Painkillers лежат в ангаре. Так бывает? Да, бывает. Погнали, Артур. Ща-ща-ща-ща. А на заводик сейчас ездим. Мне-то куда бежать? В какую сторону? В болото. В болото, говоришь? Там и стволы, и все, что хочешь. Выхожу. Угу. А там и люди, наверное, плохие, нет? Не, я там побегал, вообще нормально. Так, секунду. Место не палевное. 2 километра почти бежать. Я подброшу Артура и потом тебя. Ну если, конечно, мой рейд сейчас через Черно успешно пройдет. Я бы мог его объехать? Я думаю над этим сейчас. Да, давайте сделаем безопасно, правда ведь? Что у тебя там с хулом? Очень плохо, и колеса тоже очень плохо. Это уже вопрос времени, когда сдохнет машина. Колесо может лопнуть прямо сейчас, например. Ты сейчас в Черно едешь? Через Черно думаю проезжать. А, так вот меня захвати. Не могу, у меня уже есть пассажир. На коленке разве что сядешь. Я готов. Нет. О, собака бежит. Да. Она запомнила за машинами. Убежал. Как бы сдох такой. Так, Call of Duty! Call of Duty! Call of Duty лучше, арма отстой! Арма отстой! Отстой! Барбос. Пес, необыкновенный кросс. Так, у вас медицина какая-нибудь есть? Ну, пейнкиллерсы, да, гринты. Короче, нет, вся фигня, я тогда пойду здесь. Домики 2-4-этажные облутаю и больничку. Там есть больничка в этом. Ты бежал бы в болото, Джек, реально. Так тут я лучше сначала. Вот тут. От 4-этажных домов уже до болот вообще понты. Ну так вот, поэтому я хочу тут осмотреться сначала. Ну, моё, как хочешь, но мне там ничего такого толкового не найдешь просто, что есть там. Ок, все, я пошел. Сал. Я просто он там бы медицину взял. А там есть больничка в этом. В болотах стоит такая большая. Ну ладно. А, ну то же самое. Только больше. Это я еще не лутал ангар. Опа, вредная Кока-Кола, слышу я. Да, соло, это соло. У нас там вредная Кока-Кола. Кока-Кола где-то доллар. Ты хочешь... О, да! Просто проехать. А чё тут, колёс нет никаких?
Давай посмотрю. О, я налево, ты направо. И оба такие направо. Да. Mm. У нас уже отработано. Чисто. Чисто? Вообще ничего нет. Значит, едем. О, Артур, ты у меня идешь в стену. Нормально. Я сажусь. Подожди. Подожди. Да. Вот и я в этом. Ты сломал? Джек отвалился, да? Алло? Алло? Алло. Ты тут? Да. Я тут. Это Джек опять отвалился, похоже. У меня что-то было в Дейзи, только что дошел долго в стену. Пролагал чуть. Опять порно кто-то качает. Да, Джек? Джек отвалился, короче. Джек. Ну, сейчас он вернется. А мы вернемся к вам, когда он вернется. Хотя, в принципе, тут сейчас мы будем лутать. Да, мы, в принципе, едем все сейчас. Да. У нас веселая дорога. Она все равно далеко от нас. Да. Да, едет, конечно, она все лагово. Ты у меня просто боками едешь. Ну так вот. Get down. Get down. Чисто. Ага. Сектор клир на барабане. Вон сектор клир, да. А, это тень. Короче, тут вообще ничего нет. Тень лежит. Не, ну вот банка появилась рядом со мной только что. Тут еще есть сарай. Сарай длинный. Да, вижу. Тут Петрович. Mm-hmm. И все. Кто вылетел? Со стороны сейчас придет. Ты вылетел же. Я? Мне написали Monk Losing Connection. Это кто? Неправда. Нет, я неправда. Думал, что Артур вылетел, я-то палатку нашел. Мы с ним разговаривали все это время. А, окей тогда. Я Ленфилд себе раздобыл для убийств. Красава. Но в палатке там еще какая-то пушка есть, но на ней нет патронов, зато куча всяких других. Че, Артур, едем? Поехали. Сейчас, да, я зомбятину вот это убью. Давай. Да, нам будет мешать. Может, будет. Еще сломает машину. Вполне может. О, вот это с первого раза сдох. Да, это правильный зомби. Ага. Понимаете, с полуслова. С полуудара. Там еще зомби, так что садимся, едем. Оп. Так, ты сел. Райден бэк. Да, очень недолго этому мотоциклу осталось, я тебе так скажу. Да ничего, то, что нашлись, уже хорошо. Прям заслужил свое. Катастрофически недолго. А их же как-то репэрить можно, по-моему. Можно, но для этого колеса нужны. Типа я когда нажимаю repair, там вылезает мне менюшка что репарить, я когда нажимаю что репарить, там мне написано, вам нужно вот это колесо, типа, чтобы зарепарить это. 1.5 километра до болот. Нормально, чем быстрее. Километр до болот. И летим мы прямо вообще. 1400. Летим. Надеюсь, в этот раз там будет так же спокойно, как когда ты заходил. Да, надеюсь. Но есть что, я там быстренько разрулю вопросы. Okay. 1300, я шляю там. Потому что я с тепором. Собака! Пошла вон с дороги. Так, нормально. Километр. Может быть, за собаку тоже кто-то играет? Вряд ли. В чем фан? И не может никому сказать, что машина как бы убейте меня. Стоит. С колесами. Неплохая машина стоит. Так, не, анимация перепрыгов просто дикая. Она закрыта, братух. Но вот это мне не помешает ее разобрать на запчасти сейчас. Кому-то не повезло. Кому-то, да. Кто-то приходит такой, ну, моя машина была закрыта, никто из нее ничего не... Где колеса? Where is my fucking truck? Одно колесо забрал. На блоках стоит такая машина. Так, ну-ка, подожди, секундочку. Салваш. А почему я больше не могу... Ремонт тулбокс нужен, да? Да, слушай, тут же 4 колеса, почему я могу только одно снять? Because Batman? Ну ладно, одно так одно. Простреливать не будем, мы ж не уроды. Нам одного хватит. У тебя тулбокс есть? Да, конечно. Но я сейчас этот мотоцикл чинить не буду. Потому что нам еще одно колесо, и мы вот затем грузовичком смотаемся. Клевый аппарат. Ты постоянно, когда сам? Ездит, то вот этот мотоцикл, он из-за выхлопов, я пугаюсь, что стреляет туда. Да, он любит такое. Джек, расстояние? Не знаю даже, где я. А ты метку не поставил? Я стал, ну 500 метров, я просто налево смотрю, на полосу, мало ли. Бежит игрок! У нас 0.5 километра подлетная. Бежит в мою сторону. А у тебя же есть Энфилд, чтобы убивать. Не попаду далеко.
Вот поближе подойдет, тогда смогу попробовать. Артур болото. Так, все, дышись, дышись. Может, высоко левее? Хорошо. Я в леске правее, там же этот чувак бежит. Хорошо. Ну, для тебя он правее как раз. Лесополоса, Джек? Да, лесополоса в ней. Все, понял. Я помню, да. Если нет, подожди, давай поедем. Если лесополоса, можно ехать. Что, попробовать стрельнуть, нет? Да подожди. Он же тебя не видит. Да, все. Ну пусть уходит. Скажи, куда он уходит. Medical outpost из Андерсон выйдет контрол. От у бандитов, типа, походу. Уходит на 320. У выживших. 300-320 уходит. Кому компасы, к сожалению, нет. А, ну тогда все. Север, скажи, север, юг. Уходит 320. На запад уходит. На запад. Запад. Северо-запад даже. А, так он вообще уходит в сторону Каменки. Да, да. Ну и черт. Ну то есть от нее чуть севернее еще. Вооружен? Да, вооружен. Не знаю, что у него в руках, но оружие было. Все, Артурчик, приехали. Выходи. А как бы мне вас-то сейчас не убить, и вам меня? Чекать будем. Так, сейчас сяк. Мы подъехали со стороны сзади ангара. Куда ты мне посоветуешь пойти? А, выстрел, да, слышал далеко. Прям. А, вы за ангары прям заехали? Да, выстрел не слышу. Выстрел был позади тебя прям. Очень далеко. Позади меня? Да. Вот тот чувак сейчас, по идее, вообще у вас за спиной должен быть. ФПС очень плох. Я нормально. 30. Короче, куда мне идти? На этот через дорогу или туда в ангар идти? Ну, вот там, где больничка, она сразу справа от больнички, там бараки. А, там же больничка теперь есть. Да. Офигеть. 10 минут назад я так же удивился. Здесь лежит разбитый вертолет. Да-да-да, я в курсе. На нем что-то есть? Нет. Нет. Короче, чувак тот... Могилы. В сторону дрожжину пошел. Так, ну ты кроешь, да? Да, ну как крою, ну, относительно. Угу. Хоть какой-то присмотр. Мне к ангарам лучше идти или? Там, где больничка. Ангаров здесь есть кемп. Там вертолеты, охереть. Артур, ты у ангаров, где мы с тобой бегали? Да-да-да. Все закрыто, сразу говорю. Твою мать. Зомби? Зомби, да, и так неожиданно ударил. И дохнуть не хочет просто. Отказывается. Угу. He refuses to die. Так, ладно, перевяжусь, чё. Хоть этот чувак убегал, но меня все равно от обе стороны беспокоит. Слушай, я, пожалуй, пойду на больничку залезу. Смотри. Я вот там больничку в глаза не видел, когда был. По мне стреляют, меня убили. Меня убили прямо на мотоцикле. Так, причем стреляли с ДМР. Это тупо ДМРка какая-то. Джек. Ваншот. На тебя вся надежда. Я даже не знаю, где вы были. Ну, то есть я примерно туда двигаюсь, но... Мне бы знать, где... Макс, можешь точку свою сказать? А, ну тупо за ангарами там. Мотоцикл оставили. Мотоцикл сейчас лежит посреди поля вместе с моим трупом. В лесополосе небольшой, да? За ангарами прям. Да. Понял. Вот как ангары кончаются со стороны электро, там кончается лесочек, и там мотоцикл. Он сейчас может пробовать сесть на него, но он такой. Не очень хорошей кондиции. Я просто знал бы конкретно, где он стоит, я бы это место просто пропалил с другого ракурса. Я не знаю. Вот я говорил, видишь, не кемпят это место, можно подходить, забирать вещи, а вот нет, кемпят. Я, говорит, всех зарешаю, вообще перерешаю. И все. А я появился на болотах, мне нормально. Все. Сейчас прибегу. Мишки вот эти вот все вертолеты, они не на ходу, да? Не-не-не, они на ходу, но на них нельзя сесть. Ну, ремонтировать, в смысле, надо. Ну да. Не, ремонтировать не надо, просто не можешь в них сесть. А, вообще не входябельный. Да, не-не-не. Не входябельный. Прицепил уже. Печально. Че, вместе залутаемся? Истребитель, охереть просто. Там в военном лагере в этом только 3 палатки я видел, и в них ничего хорошего особо не было. Угу. Но я там блудбагов набрал. И морфина. Танки, охереть.
Ребят, комнатка, кнопочка End вырубает дебаг монитор, кажется. Какая? End. End this shit. Нажал. Нет, не выключается. Он меняется раз, он меняется постоянно теперь. Да. Это вообще тупо. Это еще смешнее. Так, подвяжусь пока. Есть тачка. Почти на ходу, одного колеса не хватает. Блин, а у меня там, кажется, колесо было как раз. Сейчас пойду заберу. А что ты там нашел оружие? Я захожу в первый ангар. Не в ангарах, там напротив бараки стоят. Целый ряд. Вот там, где больничка, сразу рядом с ними школа и ангар, и бараки. Ну, там парень с ДМРом. Не, парень с ДМРом за моей спиной где-то был вообще далеко. Я настолько не ориентируюсь, когда выглядит на болотах, что есть там за больничкой, рядом с баракой, или где это? Там, где ангары, против них бараки. Вот тут еще IC-130. Здесь беспилотник стоит. Вообще офигеть. ФПС какой плохой. Что-то едет. Месте, где примерно выдох. Что-то едет. Я никого не вижу. Я тоже слышу. Ничего нет. А он проехал, по-моему. Да, проехал. Но я не видел. Так, я в бараке побежал. Угу. Симметрично. Какой он зомби. Сушки стоят. Я тебя вижу, Артур. Ты на корточках там? Угу. Я сейчас в школу зайду и всех порубаюсь. Меня не поставили до этого. Так, there is no one. Ой, FPS 15 просто. Старый добрый, DayZ. Optimization completed. Legendary. Точно, вижу и больничку, и эти все. Охренеть. О, вон там стволы какие-то. Сейчас буду лутать. Опля. Доскочил. Ох уж эти зомби. Калаш есть, патроны к ним. Ой, 2 FPS, привет, DayZ, как я скучал по тебе, родимый. Меня убили. Тоже. Ау, это было больно. Тоже с ДМРки, с патрона? Да, с двух. Так. Примерно понял, откуда? Да вот над горкой, где вы были, оттуда. То есть я как бы шел от нее наверх, и слева меня убили. Хорошо, я надеюсь, я буду не зомби. Надо взять пушку и зайти уже как-то. Ну, типа, было, да? Да, не обязательно в задницу, типа. Ну, сейчас что-нибудь думаю. Хотя бы зайти. Надо что-нибудь с прицелом, это очевидно. Но пока возьму... А где здесь тенты находятся? Они за больницей прям, да? Они рядом с больницей. Ну, слева бараки, больница, смысле? Школа. Тебя интересует, бараки? Бараки, да. Они рядом. То есть рядом. М249 пила тут. Это, кстати, что я забыл. М240. ПНВ. Чё? Болото, пожалуйста, слава игра. Слава России. Электрозаводск. Молодцы. Цивилиан камуфляж один. О, гилли. Я нашел гилли сует. Так не доставайся же ты никому. Так, я нахожу... Я сейчас в гилле, поэтому не пристрелите меня, около бараков бегаю. Где эти бараки около больницы? Я справа от нее вижу какую-то установку радиолокационную. Школа. После... ты иди в сторону камеры. Воу, меня слупил тот же самый парень. Я стал такой внимательный с монитором. Не, при чем тут внимательный, если не знаешь, куда идти? Вижу. Я не знаю, можно ли будет с этой стороны к баракам подойти. Я попробую лучше, чем на аэрстрип выходить. Ну, че ты по мне стреляешь-то, а, нубас? Ах. Да, доступ закрыт. Это еще более обидно. Раньше ты видел, сломанная, ну ладно такой. А сейчас ты видишь, что у тебя тут целая машина, но при этом ты не можешь в нее войти. Потому что стекло не можешь отбить и открыть себе. Ну-ка, где он там? Я не вижу его, пацаны. Ау, стреляют больно. А ты на болотах? Он оббежал меня и убил. Ты на болотах? Ты мертвый или без сознанки лежишь? Без сознанки лежу. Урала, рядом с болотами. Ну что вот ты, а? Я около C-130 бегу. Его можно убить. Он подошел, цель... На бараках много оружия.
Он целит мне в голову. И мажет. Его зовут Виктор. Он взял меня. Он... Пацаны зомби. Дай поломать. Friendly waiting for the player to accept. А, ну типа он меня сначала как бы пристрелил, а потом меня поднял, типа дружелюбный, да? Взял топор и гонится со мной, придурок. Артур! Там, короче, враг есть. Артур! Че ты хочешь? Артур, убей его. С меня бежит кровь, и бейте его кто-нибудь. А, да и по нажимать, я... О, хорошо. Клавиши. А, не успел, блин, доли секунды не хватило, сейчас бы нашпиговал его пулями. А я кого, в кого стрелял? Там парень в гилле. Все, он немного сломал. То ли с СВДшкой, то ли с чем, я не успел разобрать. А где он был там? Он за бараком. Угу. Там, короче, М240, это твоя была пулеметина? Нет, у него, это у его пулеметина. Пока... Короче, не, я ее взял, но, как... блин, вот уже поднял, сейчас бы очередь упрошил. Доли секунды не хватило. Не хватило немножко. Писечки. Следующий раз твоё. Бесит. Вообще, кстати говоря, вот эти боты, они очень неплохо стреляют. Один там с расстояния где-то, наверное, метров 400 попал одиночным. Через кусты он по тебе стрелял. Да, одиночным меня вырубил. Ну, потом я его вырубил. Так что ладно, квиты. Ух уж эти боты. Ох уж эти боты. Вот если бы ты... О, нет, я не буду Ken Unknown брать. Так кушай. Нет, спасибо. Мало ли быть человеком. Третий-то раз уже не бывает такого, чтоб не повезло. Конечно. Че это? Нарик. Мне ногу сломал зомби. И у меня минус 43 тысячи здоровья, но если еще хуже. Вообще, вы знаете, просто отлично мы тут начали играть. Прекрасно. Постоянно какие-то приколы. Боль. Зомби. Табак. Гном. Машина, конечно, мачете. Не очень хорошо едет. Колеса вроде на месте, но... Не на месте. О, я упал, сломал себе ноги, но я все еще жив. Чертовка жизнь, да. А я могу сделать респаун, кажется, когда я мертвый. Раз, смотри, и все, да. Здорово. Ох, какая волжанка. Будет воспоминание. Помните, на Волге ездили. Который ты постоянно говорил, что она такая ржавая. Да, вот она такая. Электрозаводск, день ноль. Японский городовой. Ну не знаю, я в Электрозаводске, можем просто тут побегать. Сейчас тогда я появлюсь, если я буду в Электрозаводске, стабильно идем пешком. Конкретно где-то в Электрозаводске. Так, кипарик. Так, кипарик, отличная локация, приду туда. Нет, здесь дело в том, что труп кепки лежит. Где ты? Я в центре города бегаю. Во, Виктор сдох, скотина, которая меня тащила. Чтоб ты еще не вернулся обратно. Красава. Парни, электрозавод, все. Display name ставлю yes, чтоб мы видели друг друга. А я no поставил. Потому что парень, который меня убил, он был с display yes. Походу Виктора тот же, кстати, снайперок, что и нас вывез. Его дважды убили, да. Fuck yeah. Чей в труп наё. Я бы сначала еще на кой бы пнул. Я вижу, там зомби за кем-то бегут, кстати, по дороге, интересно, за кем. О, тут парень забежал в домик. Какой? Это я, наверное. Мой? Это ты? О, да, это о, я. Сервер рестарт. Я бегу из центра Джек. Города на отшибе сидит где-то. Ты же сказал, ты в центре, через 10 минут рестарт, кстати. Да. Ну, нормально, как раз, я думаю. Я говорю, в центре города. М1911 есть, брал? Нет, возьми себе. Бендич, но у меня там макар. О, парни, я вижу кого-то, это вы? Да, выбежали из дома. В здании сидим. Красный дом, да? В доме, да. Окей, я видел, тут выбежал, тут на меня посмотрел, убежал. Где? Ага. Тут двустволочка лежит. Все, валим отсюда. Ну, да. Где кто? Я забежал в дом. Тут зомби, ходят как люди, надо стрелять по ним. Стреляю. Да, оставили бы их там. Я не могу выйти, с двух сторон выход заблокирован. Понятно. Одного убил, выхожу. Не могу, застрял, вышел. Прямо за тобой, выхожу я. Вышел. А где? Я чуть подальше от вас на север. Все, пойдем.
Вы меня по полю можете увидеть бегущим. Ага. Только давай тогда еще севернее, вот туда. Run, boy, run. Задача А. Найти стволы. Задача Б. Найти машину. Задача С. Вон, кстати, мой труп зомбика, когда я был зомби. Это так мило. Это так мило. Прикройте меня, я сфоткаю там. Ребят, ну вы сейчас бежите прямо на мы стобры, где снайперы кемпят. Вы бы взяли левее, в разы. Я хотел там амбарщик есть, я хотел там залутать. Не надо пожарку в электрозаводске. Почему? Не надо. Просто не надо. Это того не стоит. Вот я же отсюда вижу мыс добрый, у меня уже очко сжимается. Нет такого совершенно. Ну, а по городу бегает кто-то. И хер с ним. Ха-ха. Еще две парни. Вот лес. Замечательный. Красивый. Пестрый. Пестрый. А, это куда ты своих жертв возил, да? Я около болота, кстати, я складировал. Да, я вижу твой ник, клёво. Да. Хорошо, что мы почерпнули из этой серии? Мы в дерьме. DZ по-прежнему зол к нам. Но это даже хорошо, потому что в первой серии мы были такие расслабленные, но в итоге постреляли. Мы не сломлены, нисколько. Не, ну я за это время успел двух людей и мотивация на победу. У меня, в принципе, кровавые чертики уже перед глазами мелькают. Мне норм. Ну я тоже это время успел изменялся. Ну и ботов 10 разрешать просто. Жик это время был зомби. Да, в виде зомби я съел человека. Здорово. Все, добро пожаловать. Прикольный сервак, да, увидимся, короче. Strength of water.